понравилось? Сыграем мы? Всем привет, это Нелли Смит. Ребята, на моем канале уже 5000 подписчиков. Ура! Спасибо вам за почти 700 тысяч просмотров, за победы в ваших конкурсах на Ютубе, за лайки и комментарии. Мне это очень ценно. Спасибо, что верите в меня. Я люблю каждого из вас. На каждом празднике должны быть хлопушки и тортик. А вот и наш тортик, который я приготовила для вас. Какой красивый, с пышепушками и с апельсинчиками. Вкусный, наверное. Ух ты, ребята, это же Рафаэлла. Ну что, режем? Первый кусочек для вас. Вот это тортик. Ничего себе. Ребята, там были лолы, которые мы разыграем сегодня. Но прежде чем их разыграть, я хочу объявить новый конкурс на 6000 подписчиков. Конфетюшки! Ребят, я решила, что количество победителей вы напишите сами в комментариях. Призами я сделаю трессы. Смотрите, какие они классные и разноцветные. Скоро весна, и я думаю, они будут отлично смотреться на победителях. А вам какие больше цвета нравятся? Синие, зеленые, а может быть красные? А условием конкурса будет подписка, лайк и комментарий. Я участвую. И ссылочки не забудь поделиться. Число, которое будет написано чаще других в комментариях. И будет число победителей. Надеюсь, их будет много. Пишите число. Ну что, готовы узнать самого активного подписчика? Эта девушка поддерживала меня со дня нашего знакомства. Ну и не только на Ютубе, но и в других соцсетях. Ты догадалась? Китти Лол! Поздравляю, этот шарик едет к тебе. Я знаю, что ты сейчас лежишь в больнице. Я надеюсь, когда я приеду к тебе, сразу поправишься. А этот шарик мы разыграем рандомно. Интересно, к кому же поеду я? Ставим ссылочку на наш конкурс. Нажимаем «Сгенерировать». Злата Котик, поздравляем! Ты выиграла Лол! Поздравляю всех победителей! Участники нового конкурса, удачи! Ни пуха, ни пера! Чмаки-чмаки и пока!